Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника «Алгебра 7 класс» авторы Мерзляк, Полозовский и Кир под номером 965. Нас просят построить график уравнения. Итак, рассмотрим. У нас первое уравнение минус 0,2х равно 1. Поскольку это уравнение можно записать как минус 0,2х плюс 0 умножить на y и равно 1, то это линейное уравнение с двумя переменными, где y – это любое число, а x мы можем найти у всех точек, которые расположены на графике данного уравнения. Для этого найдем значение x. Мы знаем, что есть десятичные дроби, которые, если мы умножим на целое число, то мы получим 1. И если мы 0,2 умножим на 5, мы получим 1. Поэтому умножим обе части данного равенства на минус 0, на минус 5. И тогда в левой части у нас будет произведение двух чисел с одинаковыми знаками. Это будет число положительное, поэтому мы и умножаем не на 5, а на минус 5. А произведение модулей 0,2 умножить на 5 – это будет 1. 1 умножить на x – это x. В правой части у нас будет 1 умножить на минус 5 – это минус 5. Итак, нам нужно построить прямую, все точки которых имеют одно и то же свойство. Абсцисса у них равна минус 5, а ордината – любое число. Запишем две такие точки. Первая точка с координатами минус 5, 0. И вторая точка с координатами минус 5, 1. И теперь через эти точки построим прямую. Первая точка находится на оси абсцисс. Выделяем ее. Вторая точка минус 5, 1. Отмечаем ее на координатной плоскости. И теперь осталось провести через эти точки прямую. И подпишем графиком, какого уравнения является эта прямая. Минус 0,2х равно 1. Итак, график прямой. Если y любое число, а x равно минус 5, это получается прямая, перпендикулярная оси абсцисс, параллельная оси ординат и проходящая через точку с координатами минус 5, 0. Под номером 2. 0,5y равно 2. Умножим обе части равенства на 2. Так мы найдем значение y. В левой части 0,5 мы умножаем на 2, это 1. 1 умножаем на y, это y. А в правой части 2 2 это 4. Итак, опять же, у нас уравнение только с переменной y. Это значит, что коэффициент перед x равен 0. То есть в общем виде наше уравнение можно записать как 0 умножить на x плюс 0,5 умножить на y и равно это 2. Графиком линейного уравнения с двумя переменными является прямая. Что мы видим об этой прямой? Точки этой прямой. Первая координата у них любое число, а вторая 4. Запишем для себя два решения данного уравнения. Первое 0, 4. И второе, например, 1, 4. Отметим эти точки координатной плоскости. 0, 4 – это точка, которая расположена на оси ординат. Точка с координатами 1, 4 построили. И теперь через эти точки проведем прямую. И мы понимаем, что эта прямая будет параллельно оси абсцисс. Подпишем графиком, какого уравнения является эта прямая. 0,5y равно 2. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы из предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.